Синдром сухого глаза, катарактальная хирургия. Требует ли послеоперационный период коррекции синдрома сухого глаза? Профессор Игорь Эдуардович Эушин. Пожалуйста, Игорь Эдуардович. Спасибо большое. Есть, да. И снова здравствуйте. Сегодня мы говорили с точки зрения катарактального хирурга по поводу ВМД, потом глаукомы. Спасибо. А теперь по поводу сухого глаза. Ну, куда же деваться-то? И все на бедного катарактального пациента. Актуальность. Всем известно, что пациенты с синдромом сухого глаза одни из самых частых пациентов на приеме у офтальмолога. И также всем известно, что хирургия катаракты – самая частая операция. В частности, в офтальмологии, по-моему, не только в офтальмологии. Но и они, естественно, когда-то должны встретиться. Правильно? Вот они и встретились. По достижении определенного возраста потенциальные кандидаты. И что же с ним, собственно говоря, делать-то? Факторов риска, не буду я на этой теме долго останавливаться, их достаточно много. А вот что для хирургии катаракта актуальное? Ну, количество операций, которые по поводу амиотерапии выполнялось, их много, эти пациенты приходят. Понятно, что само по себе это состояние, провоцирующее синдром сухого глаза, для нас это, для хирургии катаракты, еще более, так скажем, вещь неприятная, потому что помимо сухого глаза, там надо линзочку рассчитать, ну и так далее. А это сложно при определенном состоянии. Патологии век. Ну, с возрастом понятно, что это достаточно чаще, чем у молодых. Инсталляции капель. Ну, вот эта вот реклама, которую, наверное, каждый из вас видит по телевизору многократно, да? Вот молодость глаз, только не говорите дальше, пожалуйста, да? Все это известно. И вот капают, и капают, и капают. 4% раствор в глаз. Ну, понятно, да? Значит, я попытался очень условно эти проблемы разделить на как бы дооперационно, ранние, поздние, ну или еще там что-то еще. Значит, до операции. Жалобы. На консультации я обратил внимание в последнее, так скажем, время, когда готовил подобное сообщение, что пациенты, ну, не знаю, относительно это как категории агравации, но пациенты со снижением зрения, катарактальные, очень часто первой или второй жалобы говорят о том, что, знаете, и что-то глазки у меня как-то, вот, я это отношу, конечно, к тому самому, молодость глаз, возможно, что-то другое. Но, тем не менее, для того, чтобы создать у доктора впечатление, часто об этом говорят, что помимо снижения зрения у меня вот там какие-то проблемы, глазки что-то беспокоят и так далее, и так далее. А в раннем послеоперационном периоде это побочные действия местных анестетиков. То есть буквально часы после операции можно наблюдать некие проблемы. А в более позднем периоде это побочные действия, мы об этом сегодня достаточно подробно говорили, я буду настаивать, чем меньше мы закапываем все после операции, чем короче закапываем, тем лучше для пациента. Это побочное действие антибиотиков, стероидов и нестероидов. Каждый из них весьма агрессивный препарат. Ну и в отдаленном послеоперационном периоде, когда вы все закончили закапывать, мы сегодня тоже об этом говорили, через месяц или полтора, вот даже при отсутствии синдрома сухого глаза, то, что мы прекращаем закапывать, вызывает некие ощущения, не относиться к этому как к синдрому сухого глаза. Или как вы сказали, артифициальный, да, ну, ятрогенно не хочется говорить. Или это просто временный эффект, который требуется для восстановления на фоне подавления собственной продукции длительными инстилляциями. Ну вот я, скажем, это такие нерандомизированные данные, но тем не менее. Есть такая визуальная аналоговая шкала, которая позволяет на вопрос, как вы оцените свои жалобы от 0 до 10, получить ответ. Ну вот у пациентов это собственные приемы, так скажем, проводил какое-то время. Как вы, так скажем, оцените свои жалобы на зрительный дискомфорт? И, конечно, из них большая часть, да, конечно, выраженный зрительный дискомфорт. А как вы оцените при прицельном спрашивании на дискомфорт глазной поверхности? Ну да, дополнительно что-то надо бывает. Вот это главное все-таки у них. И на этом надо сосредоточиться.
Потому что вот это, безусловно, можно сказать пациенту, чтобы предупредить свои проблемы после операции. Но, наверное, если мы будем говорить до операции пациенту и на возможность некого дискомфорта глазной поверхности, потом, как мы уже сегодня сказали, на риск развития вторичных помутнений задней капсулы, на риск развития макулярной патологии, на то, что, например, если мы ставим мультифокальную линзу, к ней придется какое-то время привыкать, и образ жизни ваш изменится, и в баню ходить нельзя, и так далее, то этот пациент, послушав, скажет: «Господи, сколько ограничений, может, я еще подожду?» Поэтому кое-что надо все-таки из этого вычленить. А вот те пациенты, которые, их, кстати, в моей практике не так много, с реальным синдромом сухого глаза, видимо, они идут все не к хирургам, в большей степени там обитают, а вот и приводит их к нам уже действительно какая-то большая проблема с точки зрения зрительного дискомфорта. Но вот эти пациенты действительно жалуются. Но эти пациенты хроники, и они достаточно хорошо адаптированы к этим инсталляциям на фоне своего синдрома сухого глаза и как-то, в общем, с этим живут. И поскольку это их, у них это случилось не вчера, для них это не является большой проблемой. А вот появление, естественно, дискомфорта зрительного, вот это для них уже вещь серьезная. Итак, вот опять же условное разделение, как эта проблема с точки зрения катарактальной хирургии должна обсуждаться. Значит, проказание к операции, наличие сухого глаза в моей практике не встречалось. Особенности подготовки к операции мы сейчас будем разбирать. Кератометрии для расчета линз, в том числе и торических, в том числе, как я говорил уже, после кераторефракционной хирургии. Технологические особенности самой операции, медикаментозное введение, что, наверное, самое важное. Ну и функциональные результаты самой интраокулярной коррекции, в том числе по поводу мультифокальных линз. Итак, противопоказания к операции. Ну, с точки зрения целесообразности, технической возможности и риска осложнений, синдром сухого глаза в моей практике как противопоказания к операции не встречался. Были пациенты с выраженным синдромом, которые потребовали назначения даже цитостатиков, но тем не менее хирургия катаракта у них была выполнена достаточно успешно. Последствия синдрома сухого глаза в виде выраженного ксероза иногда потребовали кератопластики, но все равно хирургия катаракта у них была выполнена. Эти случаи, можно сказать, относятся к исключительным и случаям. Инсталляции, как подготовка к операции в катарактальной хирургии важны. Но учитывая, так скажем, группу пациентов с синдромом сухого глаза, тут надо какую-то коррекцию все-таки внести. Они, естественно, как мы уже говорили, привержены к своему режиму инсталляции. А в качестве подготовки к операции НПВС, который иногда рекомендуют для профилактики миоза во время операции, я никогда не назначаю. Антибиотики, как заранее инсталляции с точки зрения накопления их в внутриглазных структурах, они, вот эта тактика там, за сутки или за двое закапывать, наверное, с точки зрения эффективности, не выше, чем если мы закапываем непосредственно в день операции. Но если у вас, например, в день 3, 4, 5, 6, 7 операций, а если, например, в день у вас 25 операций с утра до вечера, и поступающие пациенты, ну, с какой-то там периодичностью, и та медицинская сестра, которая готовит пациентов к операции, она должна закапывать их за 30 минут, за 60 минут, и при таком количестве пациентов, ну, у меня, честно говоря, при всем уважении к сестрам, не всегда есть уверенность в том, что они сделают все как положено, соблюдать, вот, будут соблюдать тот самый график, и все, что надо, попадет. Поэтому я пациентам, независимо, есть ли синдром сухого глаза, нет, назначаю инсталляцию антибиотиков за день, за два до операции. Ну вот картинка, так скажем, изменения глазной пленки, когда нам надо рассчитать торическую линзу. Вы видите здесь, да, что, по сути говоря, ориентация оси сохраняется, есть, так скажем, дефекты выпадения, поэтому, конечно, надо добиться все-таки более-менее приличной картинки, чтобы эту линзу посчитать. По счастью, я кератопографию использую только как диагностику какого-то регулярного астигматизма, а расчет торических линз провожу по кератометрии оптического биометра. Но все равно исследование важно. Закапали инсталляции практически любого препарата, который есть, и он создаст эту пленку, чтобы могли провести данные исследования. Ну, конечно, не вязкого препарата, чтобы не создать вот эту разницу в переходе. Особенность современной фактомистикации – это отсутствие какой-либо акинезии и анестезии.
заключение внутрикамерное. Никто ретро, парабульбарные, другие инъекции практически не делает. Поэтому самомобилизация. И, к сожалению, пациент должен постоянно, слава богу, что всего лишь минут 10, смотреть на яркий свет. И, конечно, когда у нас катаракта период с незрелый, вот эта длительная световая, так скажем, экспозиция может сказаться в том числе и на определенном световой реакции, в том числе и влияние на глазную поверхность. Я уже показывал сегодня операции. Важно на сегодняшнем этапе достаточно активное увлажнение. Это нужно и для визуализации, и для того, чтобы не капать часто. Очень хороший прием на основе метилцеллюлозы. Ну, недорогой метилцеллюлозы, конечно, да. 1-2 раза покрытие поверхности в течение операции вполне достаточно. Вот эпителиопатии на фоне практически там, через пару часов, да, ну, там, через 3 часа на фоне применения анестетиков интраоперационных. Поскольку, еще раз повторю, акинезии и ретробульбарной анестезии не делается, поэтому мы пару-тройку раз до операции закапываем инсталляцию, чтобы создать хороший вот этот анестезирующий эффект. Ну и вот эта картинка, которая у нас через 3 часа. Но стандартная послеоперационная инсталляция, антибиотики, стероиды, нестероиды, однократный гелевый препарат на ночь. И вот на следующий день, как видите, высокое зрение, практически отсутствует эпителиопатия. Ну, то же самое ситуация в первые 3 часа реакции глазной поверхности, но это достаточно быстро потом уходит. Вот та схема, о которой я говорил. Это стандартная схема, которую мы применяем в повседневной практике. Это введение, еще раз повторяю, достаточно легко переносится пациентам. Антибиотики, так скажем, стероиды, нестероиды активно применяются первую неделю. Затем в течение месяца остается только НПВС. Но за пациентами с синдромом сухого глаза все-таки важно их посмотреть на конец первой недели, да, когда заканчивается период этих активных инсталляций, и в конце первого месяца, когда конец периода эйфории, когда он получил зрение, он к этому зрению привык, и тогда выявляются как раз все остальные жалобы. Что-то мешает, что-то трет, какие-то там другие обстоятельства. Естественно, все эти пациенты продолжают, как и капали до операции, инсталляции увлажняющих растворов. Очередность инсталляции, ну, не знаю. Мне кажется, что для эффекта накопительного, а мы имеем в виду препараты НПВС, все-таки сначала НПВС, а потом уже кератопротекторы. Препараты, которые влияют на слезную пленку, мы с вами обсудили только что. Стероиды, антибиотики, уменьшение длительности инсталляции, НПВС. Ну, тут работают разные механизмы. Кто-то создает пролекарство, кто-то создает препараты с уменьшением кратности инсталляции, кто-то создает формулы с декстрином. Ну, а консерванты, вопрос тут сложный. Я специально поставил переход на бесконсервантные препараты. Но в данном случае, если говорить про препарат для сухого глаза, ну, то, наверное, да. А вот что касается других препаратов, поскольку мы их закапываем достаточно коротко, то я, честно говоря, не знаю, насколько это принципиально. Ну, естественно, уже говорилось, да, по 6 раз закапывать стероиды и антибиотики, это, конечно, не дело, поэтому я тут привел вот эти, я там скрыл, да, скрыл фамилии всякие, да. Поэтому вот видно тут 6 раз, тут схемы вот такие. Вот такие, это до сих пор встречается, конечно, этого нужно избегать. Ну и вот, например, клинический пример. Пациент с хроническим блефаритом, синдромом сухого глаза, привычный режим инсталляции кератопротекторов, острота зрения невысокая, наличие катаракты. Пациент через 2 недели с высокой остротой зрения закапывает только один НПВС, продолжает инсталляция кератопротекторов, зрение высокое, пациент доволен, режим привычный, эффект зрительной реабилитации достигнут. Макулярный отек. Почему про него вспомнили? Потому что НПВС применяется для профилактики макулярного отека. И, собственно говоря, месяц инсталляции должен предопределять какую-то безопасность. Повторяем, да, формы с циклодестринами, уменьшение кратности инсталляции, метаболическая трансформация пролекарства из одного в другое позволяет нам месяц назначать эти препараты без особой боязни, что они повлияют на эпителий роговицы. Хотя раньше НПВС этим достаточно сильно отличались.
Ну и вот опять клинический пример. Пациент с двухсторонней катарактой, синдромом сухого глаза, с хроническим блефаритом. Вот его, собственно говоря, данные 0,4-0,5, это глаз уже показывал, другой глаз 0,3-0,4. Мы пытались сделать ему всевозможные исследования. Видите, что-то получается, что-то не получается. Тут выскакивают разные показатели, видите, в кератометрии. Вот кератопография этого данного пациента, тоже тут не все ясно. В итоге остановились, это наша основная, так скажем, установка, что мы оцениваем кератометрию по данным оптической биометрии. Как видно, на правом глазу практически астигматизма нет, на левом глазу присутствует. Поэтому была на этом глазу выполнена стандартная фактификация имплантации линзы асферической. Здесь была линза имплантирована торическая. Все эти исследования проводились, естественно, на фоне инсталляции увлажняющих капель, чтобы создать возможность для этих исследований. И получили высокое зрение 0,9-0,7 на обоих глазах. Естественно, этот глаз, поскольку был всю жизнь с астигматизмом, он дал меньшее зрение. Всем инстилляции неделя активная, не стероиды один месяц, увлажняющие капли постоянно. Вот этот глаз, пациент с двумя глазами после операции. Вот мультифокальные линзы. Недаром сегодня доктор задавал вопрос, как относится, вернее, приводил пример в Соединенных Штатах Америки, когда они до операции специально оценивают состояние глазной поверхности, чтобы пациент, особенно с мультифокальной линзой, ну, так скажем, предупредить о неполном восстановлении зрения. Что же тут важно? Безусловно, вот эти основные причины неполного эффекта мультифокальной коррекции, это имеется в виду расчет линзы точный и нарушение прозрачности задней капсулы. Именно поэтому этих пациентов, например, яклазерная дисцезия выполняется нам не через 3-6 месяцев, как стандарт, а иногда даже раньше, поскольку они очень чувствительны к снижению прозрачности. Да-да-да, вижу 5 минут. Субклинический макулярный отек, и поэтому месяц мы закапываем инстилляции НПВС. Ну и нарушение слезной пленки, поэтому для них исходно, если они находятся на режиме продолжения этих инстилляций, крайне-крайне важно. Это то, что я вам сказал. Итак, учет в определении кризной роговицы у пациентов с катарактой и синдромом сухого глаза. Риск временного снижения компенсации роговичной поверхности после хирургии возможен. Оптимизация медикаментозного сопровождения с точки зрения уменьшения вот этого агрессивного периода. И продолжение привычного режима инстилляции кератопротекторов и увлажняющих капель не является противопоказанием хирургии катаракты. Но вот это я не знаю. На самом деле, либо сама операция, либо медикаментозное сопровождение часто является таким фактором, который после отмены инстилляции дает некие жалобы, что это, опять же, искусственно вызванный синдром сухого глаза или это временный период, период конца эйфории, и может он сам пройдет. Не могу сказать, не знаю, будем наблюдать. А так, собственно говоря, для данных пациентов можно назначать им препараты, опять же, лечения сухого глаза. Эта стратегия может соответствовать принятой для синдрома сухого глаза. Компания Santen, которая организовала этот симпозиум, собственно говоря, и предполагает вот целый спектр всевозможных препаратов, которые в зависимости от жалоб пациентов, либо это в течение дня, либо это что-то эпизодическое, либо это, скажем, дополнение в качестве гелевого препарата. Выбирайте, исходя из жалоб пациента и объективного состояния глаза. Спасибо за внимание. Спасибо, Игорь Эдуардович. Да, конечно, присаживайтесь. Сейчас попробуем что-то, может быть, не возразить, а какие-то вопросы задать. Пожалуйста. Можно? Да, пультик. Ну вот вы подробно, да, говорили о том, как лечить, выхаживать больных, которые прооперированы по поводу катаракты, у которых до операции был синдром сухого глаза, да? Ну, а вот нужно ли в случае отсутствия клинических признаков синдрома сухого глаза? Это не, я буду не продолжать, вопрос, да. Это так, вопрос риторический, с одной стороны, с другой стороны, вопрос не только к вам, но и к зрителям. Нужно ли в послеоперационном периоде ФЭК назначать слезозаменители?
Вот ведь синдром сухого глаза в старшей возрастной группе, которой требуется хирургическое лечение катаракты, он сам по себе встречается достаточно часто, порядка 39%. И понятно, что нужно до операции обследовать каждого пациента, желательно, конечно, обследовать для выявления нарушения слезопродукции. Те, у кого уже есть синдром сухого глаза и планируют оперативное лечение, конечно же, им нужно назначать слезозаместительную терапию в предоперационном периоде и достаточно долго ее продолжать в послеоперационном периоде. Положительное действие слезозаменителей. Понятно, они способствуют более быстрому восстановлению параметров слезопродукции, стабильности слезной пленки и осмолярности слезной жидкости. А вот в случае отсутствия синдрома сухого глаза до операции сохраняется риск его развития в послеоперационном периоде у пациентов со старческой катарактой. Ну, во-первых, хирургия катаракта – это, ясно, хирургическое вмешательство, которое так или иначе повреждает глазную поверхность. Понятно, что разрезы сейчас хирурги производят минимальные, там минимально, сколько, 1,8, Игорь Эдуардович, да? Самые маленькие разрезы. Два разрезика нужно всего сделать, но тем не менее. Ну и сама фокоэмульсификация, это все-таки ультразвук, может служить провоцирующим фактором развития этого заболевания. Во время операции, естественно, мы проводим активное орошение роговой оболочки и манипуляции на глазной поверхности. Ну плюс еще какое-то время, пусть и наши великолепные офтальмохирурги катаракту делают за сколько, Игорь Эдуардович, вот на скорость, если 7 минут. Ну, как-то у нас был случай за 4 минуты. Ну, понятно, но это так уже стремился, старался хирург. Покажем за полторы минуты. Ну вот видите, даже за полторы минуты все равно глаз открыт. А мигаем мы с вами за эти полторы минуты достаточно все-таки больше. Естественно, это все ухудшает стабильность слезной пленки и может уменьшить плотность бакаловидных клеток, и поэтому укорачивается время разрыва слезной пленки в послеоперационном периоде. Ну и как-то наверняка влияет свет и местные анестетики. Слезозаместители надо назначать и уже в самые первые дни после оперативного вмешательства. Вот что касается скорости испарения слезы. Это важный фактор, и почти у 90% больных синдромом сухого глаза скорость испарения слезы она повышена. Если говорить вот о слезозаместителях, которые можно использовать, ну и в частности вот Катианорм, он очень сильно и значимо уменьшает скорость испарения слезы. Но вот, к сожалению, почему-то на график как-то он тут не очень прорисовался. На графике видно, что скорость уменьшения слезы, испарение, вернее, слезы, она со временем для Катианорма намного меньше, чем для гиалуроновой кислоты. Если первый час они где-то идут вместе, то затем кривая гиалуроновой кислоты уходит резко вверх. Ну и кроме того, мы помним, что Катианорм у нас еще что? Восстанавливает все три слоя слезной пленки. Вот пока все. Провокация была, но если вы ответите, то было бы интересно ваше мнение, да. Ваша точка зрения вот был, по первому вопросу. Да, там был вопрос, я не помню, первый или второй, нужно ли назначать препараты слезозаместительные терапии у пациентов, когда до операции нет синдрома сухого глаза. Я считаю, что не нужно, пускай на меня не обижаются фирмы-производители, те, которые устроили данный симпозиум, те, которые, может, слушают в коридоре, потому что на самом деле и так у пациента достаточно много чего закапывать есть. Как мне кажется, нас так всегда учили, по крайней мере, в институтах, в ординатурах и так далее. Первое – это жалобы пациента. Первые жалобы. Конечно, можно проводить исследования, выявлять у них наличие того сухого глаза. Об этом много диссертаций было защищено. Мне даже приходилось как-то одно оппонировать. Но наличие каких-то изменений, которые не приводят к появлению жалоб пациента, они на самом деле должны быть как-то
ну, учитываться в будущем для чего-то и так далее, но не является поводом для назначения препаратов. Поэтому повторяю, у пациентов в отсутствии сухого глаза я в послеоперационном периоде в течение первого месяца после операции, когда он закапывает наши противовоспалительные капли, препараты не назначаю. Если через месяц предъявляются жалобы на, возможно, отмену, возможно, на нашу искусственно вызванную ситуацию, то тогда, конечно, безусловно, потому что качество реабилитации пациента для нас важно. Но первое – это жалобы. Спасибо, Игорь Ильдарович. Позвольте с вами не согласиться. У меня несколько иная точка зрения, хотя я тоже воспитывался и рос, и учился примерно, наверное, в то же время, как и вы. И нас всегда учили, что основное направление отечественной, тогда говорили по-другому, советской медицины, оно профилактическое. К сожалению, несколько факторов, которые сдерживают развитие профилактической медицины, вообще это моя точка зрения, не касаемо сухого глаза, давайте возьмем просто катаракту. Да? Известно же, что рано или поздно катаракту разовьется у любого человека. Ну, кто-то, правда, не доживет до хирургического лечения, так уж жизнь устроена, кто-то доживет, кому-то повезет, кому-то нет. И учитывая высокое, огромное количество факторов риска у пожилых людей катарактального возраста и плюс те факторы риска, которые заложены в операцию, почему бы нам и что нам мешает, скажем так, назначать те же пусть слезозаменители с профилактической целью? Ведь профилактику у нас никто никогда не отменял. Ну вот такая точка зрения у меня. Тогда этим пациентам давайте всем, даже в отсутствие развития ВМД, назначать и БАДы. Вдруг у них еще ВМД будет развиваться, еще что-нибудь и так далее. Нет, я понимаю, о чем вы хотите сказать, но очень трудно найти черную комнату, да, вернее, черную кошку в черной комнате, когда там нет ее. Если нет синдрома сухого глаза, а у него когда-то она может возникнуть, но это все равно это не профилактика. Это просто назначение на всякий случай. Потому что на всякий случай профилактика, это всякий, все-таки, мне кажется, есть разница. И тем не менее не соглашусь, когда количество факторов риска зашкаливает, это все-таки профилактика. Ну, я думаю, мы не будем здесь продолжать дальше дискуссию. Каждый останется при своем мнении и в своей работе будет руководствоваться, скажем, своими личными предпочтениями и своей врачебной тактикой. А врач имеет право, скажем так, выписывать любой препарат, в том числе с профилактической целью. Спасибо большое, Олег Иванович. Может быть, у кого-то возникли вопросы еще? А позвольте сейчас, пока вот микрофон еще Игоря Эдуардовича. А как вы относитесь? Вот две ситуации. Значит, первое. Больной, прооперированный по поводу катаракты, значит, утром признаки отека, кератопатии присутствуют, к вечеру меньше, меньше, меньше. Второй больной, точно такой же, также прооперированный. Вот, наоборот. Утром более-менее, так сказать, спокойно, к вечеру нарастает. Ваши действия, Чпукай. А можно уточнить, а кератопатии какую имеете в виду? Она же там разная. Дегенеративная. И воспалительные элементы есть, ну и дегенерация. Значит, если у пациента с утра возникла кератопатия, вы это видите, то тут две возможные причины. Либо это механическое повреждение интероперационное, и тут надо просто подумать о большей потере эндотелиальных клеток. Либо это, так сказать, дополнительный воспалительный фактор, поэтому надо эту роговицу, вы же извините, тем же самым талофоном или акусалином или чем-то еще, в общем, полечить для того, чтобы эту воду оттуда выкачать. А это один. А, соответственно, если там у него гипертензия на этом фоне возникает, то, соответственно, надо гипертензию полечить. Это вот первая ситуация, которую мне рассказали. Совершенно. Вторая ситуация, это когда вечером у него что-то стало. Хуже. То есть каждый день. Значит, утром чего-то мы не увидели. Это другая. Вот, а я считаю, что это лекарство индуцированный сухой глаз. Это мы что-то перекапываем. А, нет, ну тогда же кератопатия, она же эпителиальная больше будет. А я как раз. Да, понятно. Ну тогда да. Значит, возможно, он на какой-нибудь, не буду называть там какой-нибудь препарат среагировал и так далее. У меня, кстати, вопрос. Можно я по провокаторам буду? Скажите, препараты, которые назначаются при синдроме сухого глаза, это препараты для лечения или для профилактики? Это ко мне? Ну, к вам обоим. А, хорошо. Слезозаместительные препараты. Если речь идет об искусственных слезах, это замещение, дефицита и так далее. Я считаю, что для лечения. Тогда какая профилактика, коллеги?
Спасибо. Подходит к концу, не будем продолжать дальше.